А ты представь ее в чужих руках. Такую нежную, красивую, родную. Как он в своих объятиях жав, ее в ночи так сладостно целует. А ты представь, она ему готовит ужин, волнуется, сто раз на дню звонит, что он, не ты ей так безумно нужен, и лишь за это все ему простит. А ты представь, что больше не с тобою, что твоя девочка теперь навек с другим. Ну что, представил? Нет страшнее горя. И если страшно, значит, береги.